мерзкое отродье! Госпожа Эмильда, посмотрите на меня! Я здесь! Госпожа Эмильда, хозяин ищет вас! Не останавливайтесь! Нет, постойте! Кто вы? Откуда вы знаете мое имя? Мой хозяин сказал мне о вас. Он очень, очень долго готовился к встрече с вами. Он ждал много лет. Что? Ну говорите же. Я должен, я просто обязан предупредить вас. Я должен предупредить. Должен предупредить. Уходите отсюда. Он придет за вами. Спасайтесь. Жизнь. А хочешь подарить ее жизни? Нет, 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 я служу только вам.